Сегодня просто замечательный день, отличная погода, тепло. Сейчас на улице плюс 23 градуса, не сильный ветер. Вчера просто был ветер ураганный, хотя и было очень тепло. Вчера было 26 градусов, но ветер был очень сильный. Не очень-то комфортно было. Вот, я сегодня гуляю по Валенсии, хочу вам немножко показать этот парк. Конечно, просто замечательно. Это ворота в старый город, но я сейчас пойду гулять по парку, который называется Турия. Раньше здесь была река. Вот это все, что вы видите, от одного края забора до другого забора, его здесь не видно за деревьями. Это все была река. Потом ее осушили, потому что она часто затапливала город. Точнее, не осушили, а увели русло этой реки в сторону от города. И сейчас здесь сделали такой парк. Парк замечательный. Вот здесь очень много велосипедистов. На роликах катаются. На всяких колесных средствах. На самокатах. Парк очень длинный, он идет через весь город. Людей здесь тоже очень много отдыхает, гуляет. Вот ребятам очень весело. Ну, это так круто. Даже настроение повышается, когда слышишь таких веселых людей. Вот здесь специальные дорожки для велосипедистов. Никто никому не угрожает, никто не носится по той же дороге, где прогуливаются люди, пешеходы. Так проходят семейные пикники в парке. А вот тут еще один стадион, и здесь тренируются бейсболисты. А здесь можно вот так вот тренироваться на скейтах. Я смотрю, здесь не только скейты, и на велосипедах, и на самокатах катаются. Поскольку этот парк раньше был рекой, здесь очень много вот таких арочных мостов. Здесь буквально каждые метров 200-300 какой-то новый стадион или какая-то спортивная площадка. Вот здесь тоже девушки. Только что у них была тренировка. Не знаю, кто они. Футболистки, видимо, женский футбол. Судя по тому, что я вижу ворота. Но вот только что они тренировались, у них была разминка. Я еще даже 50 метров не прошла. Вот один стадион, вот он закрыт сейчас кафешками. То есть стадион сразу за кафешками. Вот еще один стадион здесь. Большое футбольное поле, тут уже все по-серьезному. Видимо, сейчас будет футбол. Либо это перерыв. Вот команда как раз выходит на свои позиции. Очень спортивная страна. А вот здесь тренируют собачек.
вот еще один мост, и он даже с фонтанами, но сейчас они не работают. Такой большой розарий. Я представляю, как здесь пахнет, когда все эти розы цветут. И вот еще один стадион. Другой парк, он называется биопарк, но здесь один парк входит в другой парк, и ты даже не замечаешь, когда ты перешел границу одного парка и перешел в другой. Мастер-класс местного музыканта. Здесь везде так вкусно пахнет, все время что-то печеное, жареное.
общем, слюнки просто текут. Ходить невозможно. В общем, догулялась я до самого вечера. Сейчас уже почти 9 вечера. Не удержалась, конечно, от этих запахов и купила себе пончиков с кофе. Иду счастливая. Очень клево так сидеть вечерком. Мне так не хватает, конечно, компании здесь. Именно моей компании. Тех людей, которых я очень люблю. И хотела бы сейчас их видеть здесь. Это бы было, конечно, здорово. И я думаю, что со временем все так и будет. Я очень-очень на это надеюсь. Мечтаю каждый день. И я знаю, что мечты сбываются, поэтому мечтайте тоже, все получится. Пора возвращаться в Порт Сегунда.